я думал, мне сумасшедший какой-то попался. Ты кто такой? Ты почему на меня похож? Ты тут в отключке. Двое суток валялся. Ты двое суток возле меня сидел? Нет. Я тут с тобой минут 30 сижу. До этого я пытался узнать, что это за место. Почему? Потому что... Руки убери! Тут такого делать нельзя. Не прикасайся ко мне. А что это за место? И как я здесь оказался? Это друг мой. Мир между живыми мертвыми, типа зал ожидания. Если для тебя это будет так понятнее. Я что, умер? Пока еще нет. Видишь, солнце еще светит, день. Как станет темно, то все. Это зависит от солнца? Почему? Не знаю. Походу, это свет, который мы воспринимаем через закрытые глаза. И пока мы его воспринимаем, значит, мы еще живы. Мы? Почему ты сказал мы? Вот же идиот мне попался. Мы общее, одно целое. Ты душа, а я разум. Солнце сядет, я исчезну. А вот ты на суд пойдешь. Боже. Душа? Душа, ты сказал? А почему? Все так, как ты себя привык чувствовать. Почему? Ты же разум. Ты же принимаешь решение. А? Почему мы хотя бы не пойдем туда? Я исчезну, потому что мозг умрет. Твоим желанием. На суде? Перед Богом? Блять. Я всю жизнь был атеистом. Что теперь будет? Поверь мне, на вас я посрать. Веришь ты в него? Не веришь. Молишься или не молишься? Суть простая. Не делать зла. И все. В смысле, без разницы? Как же религии? Там же религии. Религии. Сколько этих религий? И хоть одна подобралась к истине. А как же Бог? Он кто? Бог. Я не думаю, что это мужик на небе с белой бородой. Он создает вселенную одним щелчком пальца. Я не думаю, что он обидится, узнав, что ты у нас атеист. А что для него главное тогда? Вот же ты идиот. Я же тебе говорил. Для него без разницы, кто ты. Атеист или еще кто-нибудь. Главное, не делай зла. Не причиняй людям плохого. И все. Не только людям, но и всем живым существам, наверное. А если
меня в ад отправят. А? Ад? Ад? Это как худам-то? Все горит? Нет, я думаю, это совсем другое. Не то, что придумали люди. Наверное, что-то похуже. А сколько у меня грехов, за которые меня будут судить? Много? Точно. Грехи. Я должен тебе показать твои грехи. Пойдем. Вот твой грех. Вот такой вот камушек. Тут грехи в виде камней. Ну вот этот твой. Не маленький. Да. Не маленький. Я бы на твоем месте так сильно не расстраивался. У некоторых ситуация похуже, чем у тебя. Надо залезть туда, и я сейчас тебе такое покажу. Вон, видишь все горы? Вот это грех побольше, чем твоего. Господи, это сколько же надо нагрешить, чтоб такие горы получились. Я был за той горой. Там горы покруче Эвереста. Целый Гималай. Кому же они принадлежат? Интересно. Как понять, кому принадлежат? Убийцам, ворам, коррупционерам? Или этот коррупционер ворует не только у своего государства? Он крадет будущее жителей этого государства. А это грех побольше всякого. Да, никакие ворованные деньги не помогут снести эти горы. Ладно, двинули искать выход из этого леса. Шансов у нас выжить чуть-чуть побольше. Тоже мне сумасшедший. А говоришь, атеист, а сам суеверный. А если мы найдем выход из леса? Не знаю. Ну, лес это вроде как кома. Выход из него найти, значит, из него выйти. Так, как ты думаешь, сколько он уже в коме находится? Не знаю. Видишь ли, здесь время идет по-другому, не как там. Там может пройти всего час, а здесь целая вечность. Или наоборот. Или наоборот. Что-то солнце, закат пошло. Кстати, я тоже заметил. Надо поторапливаться.
смотри. Все, пришли. Конец леса. Все, мы выбрались. Пойдем. Мы успели. Все в порядке? Че, мы же вышли уже из леса. Вставай. Подойди от меня. Ох, я думал, что я испарюсь. А здесь умираешь. Правда. Вставай! Наверное, жизнь для того и дана, чтобы творить добро. И чтобы душа и разум жили в согласии. Наверное, это просто. Да, это легко.